Великий падишах Хазрет Лири. Рустам Паша сообщил мне, что ты хочешь жениться на моей сестре Фатьме Султан. Паша Хазрет Лири сказал правду. Пусть Аллах вознаградит его здоровьем за добродетель. Я надеюсь, вы простите мне эту смелость. Ты принадлежишь к династии сефевидов, Шехзаде Алкас. Фатьма Султан же, как известно, входит в мою династию. Согласно традициям, для каждой из наших династий такой брак невозможен и недопустим. Повелитель, я обещаю вам, что если вы дадите согласие и посчитаете своего раба достойным Фатьмы Султан, я сделаю все, что от меня зависит, чтобы эта свадьба состоялась. Можешь идти, если у тебя все. Повелитель. Что скажешь, Соколу? Алкас Мирза, безусловно, для нас очень важен, повелитель. Вы желаете, чтобы на место Тахмаспа сел его брат, и этот брак, я уверен, серьезно укрепит его преданность вам. Допустим, Тахмаспа сменит брат. Но признает ли персидский народ человека, обращенного в нашу веру? Им будет нелегко его принять. Однако, благодаря вам, Шехзаде станет сильным и умным человеком, не сомневаюсь. Поэтому через какое-то время люди смогут его принять. Даже в качестве своего шаха и правителя Персии. Что ты советуешь? Нужно проявлять осторожность. Возможно, устроить помолвку для начала, а со свадьбой подождать, хотя бы до окончания похода. Ведь чем он закончится, повелитель, никто, кроме Аллаха, не ведает. Я ценю тебя, Соколу, но не забывай, только пока ты служишь мне,